В Минске сегодня продолжились переговоры контактной группы по урегулированию кризиса на Украине. В эти минуты международные посредники встречаются с представителями Киева, Донецка и Луганска. А днем в Минске прошли заседания рабочих подгрупп. Политическая обсуждала вопросы, связанные с проведением местных выборов в ДНР и ЛНР, а также особый статус отдельных районов Донбасса. Другая подгруппа по безопасности сегодня пыталась согласовать проект документа об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Ожидалось, что текст документа будет готов сегодня, но, как передают РИА Новости, со ссылкой на свои источники, Киев внес в проект существенные изменения. Еще одна тема сегодня в Минске – демилитаризация Широкина, а точнее вывод украинских войск из поселка, который ополченцы покинули еще месяц назад.